Не забывайте, что в случае, если у вас в семье ничего не происходит хорошего, это может говорить о том, что у вас в семье есть деструктивная энергия, которая могла тоже появиться или завестись. Как от нее избавиться? Есть очень хороший метод, это сжигание, помните, об этом рассказывал. Но есть и мантра очень хорошая, о ней тоже когда-то говорил, Ом Кате Викате Роса Грасамани Соха. Если такую мантру начитать в пространстве, в котором вы живете, то близкие начнут тепло друг к другу относиться. Это произойдет практически мгновенно, в короткий промежуток времени. Используйте, кстати, в случае, если ругаетесь и нервничаете, методы прогревания слоев, о которых я когда-то рассказывал. Как они используются? Берете себя, этого человека мысленно, которого любите, мысленно в круг или в огненный шар, где вы и этот человек находятся одновременно в одном месте, и, глядя ему в лицо, обнимаете его, а между собой представляете трубочки как можно больше в одну линию, соединяющие ваше тело и этого человека. И между этими трубочками представляете красивый золотой толстый огненный луч, который горит ярким светом, но он не уходит ни в воздух, в космос, ни в землю. Он начинается от половых органов и заканчивается на уровне вашего лба. Таким образом сможете изменить ситуацию, и дай бог любовь вновь появится в ваших истерзанных, если у кого-то они истерзаны, отношениях и душах.